Ментая на 12 миллионов рублей наловил капитан рыболовного судна на Камчатке. Как сообщили в прокуратуре региона, под статью о незаконной добыче водных биоресурсов попал 38-летний житель Иркутской области. По версии следствия, мужчина выловил больше 92 тысяч особей, не имея на то никаких разрешений. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый приказал членам экипажа вносить в журналы учета другой вид рыбы. Незаконный улов переработали в муку прямо на судне. Теперь же капитану за рыбные махинации грозит до 5 лет тюрьмы. Во время расследования он полностью погасил сумму ущерба. Уголовное дело рассмотрят в городском суде.